В популярном истринском сообществе появилась жалоба. Поводом для нее стало строительство парка на реке Песочная вдоль улиц Юбилейная. Пользователь под именем Галина Афанасьева поделилась тем, что волнуется за деревья и их корни, так как асфальт залили слишком близко к растениям. К тому же в парке установили сосновые скамейки, и это прямо перед осенне-зимним периодом. Пост вызвал ответную реакцию у жителей Истры. Комментаторы разделились на два лагеря. Первый недоволен качеством выполняемых работ. Оставшиеся рады, что город преображается, появляются новые места для прогулок и отдыха. Мы находимся на благоустраиваемой территории, ставшей причиной споров и осуждений. Не беремся судить о качестве проделанных работ, так как все-таки оценивать лучше готовый результат. Заказчиком создания парка на Песочной выступает администрация городского округа Истра. Значит, решающее слово за ней. А насколько оно будет справедливо относительно жителей Истры и переживет ли благоустройство период половодья, когда река разливается из берегов, покажет время. Посмотрим на фактическую ситуацию. Объект еще не сдан в эксплуатацию, но уже полюбился детям, подросткам и взрослым. Да так сильно, что ликвидируя ограждение, люди вовсю отдыхают на детской площадке. Перед ними не устояло даже резиновое покрытие. Не успел слой засохнуть, как его разнесли по крупицам. Те самые современные сосновые скамейки уже испачканы. Рядом с площадкой и прямиком на ней разбросан мусор. И речь не про строительный, а бытовой. Кругом банки, бутылки, фантики от продуктов, окурки, шелуха от семечек. Назревает вопрос, а доживет ли игровая зона до ввода в эксплуатацию? На этот вопрос нам ответил ответственный за реконструкцию парка набережной реки Песочная, которого мы поймали в момент работы. Доживет. Подрядчики приезжают буквально завтра-послезавтра, и то, что там, скажем, детвора испортила, думаю, восстановит быстро и качественно. Стоит отметить, что за выполнение работ по устройству детской площадки отвечает другой подрядчик ООО «Межрегионстрой». Они свою работу уже завершили, только не успели передать объект на баланс администрации. Благодаря молодежи придется местами переделывать. А вот ООО «Орионстрой» свою работу продолжает. Пешеходные дорожки готовы, завершается обустройство тротуара. Для установки оставшегося оборудования, например, рамп для скейтбордистов, площадки для йоги и танцев, осветительных ламп уже все готово. Ждут только отгрузки необходимых элементов от поставщика. Подрядная организация планирует закончить реконструкцию уже к 20 октября. В паспорте объекта в графе «Окончание строительства» указан ноябрь 2020 года. Алена Кудырко, Антон Елизаров, Истра РФ.